Татьяна Салмановна, ведь нужно наслаждаться каждой минутой, каждой секундой. Каждым, так скажем, часом и днем. Вот Светлана Ермакова, она живет уже 30 лет без плохого настроения. Наталья Правдина кайфует от своей работы. Вернее, она научилась. У нее нет ни выходных, ни праздников. Она работает и кайфует от своей работы. Так что вот. Так что, Татьяна Салмановна, как-то вот хочется, конечно, все, чтобы все было шикарно, чтобы такие были супер шикарные видео. Но все-таки в режиме такого наслаждаться собой, погодой, природой, жизнью и каждым мгновением. Вот. А то у нас с вами получается такой супер лекционный курс. Вы уже так взяли такую планку, как будто бы вы уже, знаете, вот это вот, анонсировали свой семинар, вебинар, стримы. Так что вот, что вы так супер популярны, у вас так столько вот этих подписчиков, блогеров, столько поклонников, которые мечтают, понимаете, которые уже вложились, которые уже ждут, понимаете, ваших видео, которые уже присоединились на ваш марафон. Так что не надо забывать, Татьяна Салмановна, что вы еще в процессе. Если Наталья Правдина, я так понимаю, тот, кто присоединился к ее, там, наверное, не марафон, но онлайн-курс «Женщина на миллион», кто заплатил деньги, тот, я так понимаю, занимается с Натальей Правдиной по этому ее курсу. А Татьяна Салмановна себя еще только пиарит. То, что вот раскручивает, пиарит. Татьяна Салмановна тоже хочет купить трехэтажную виллу в Турции. Наталья Борисовна, правда, сколько она сказала, ей потребовалось 4 года, чтобы заработать свой первый миллион долларов? Татьяна Салмановна тоже хочет заработать свой первый миллион долларов и также купить трехэтажную виллу в Турции. А почему бы и нет? С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуд. В отпуске. Пиарю себя. Моя пиар-компания.